前面有那个辐射的标，看见了吗？这个桥就是死亡桥。Впервые в истории человечества произошел такой террористический акт. Ну, риски, несомненно, были, потому что был прерван техпроцесс, разорван. You too will be have radiation today. Because you stay in danger of territory and everywhere here we have a hot spot. Ukrainian president called Russia's attack on Chernobyl a declaration of war against the whole of Europe. Alarm bells are ringing after Russian troops capture the site of the defunct power plant, one of the most radioactive places on Earth.前面有那个辐射的标，看见了吗？这是最大的城镇了，到切尔诺贝利。哦，再往前就没有什么大的城镇，最后都是小村子，越往那边走越荒凉。现在这车是路上就看不见人了，也看不见车了。你看，基本上没有了吧？嗯，没有什么车了。爆炸的中心点大概48公里。进去这里已经到达了禁区，切尔诺贝利的禁区。没人用。这是俄军炸毁的还是？炸毁的。是炸毁的，100%炸毁的。这是因为那边的路不通了，必须得走这儿是吧？是啊。到了是吧？就这儿吗？啊，当时就这可能是向导。это село было в оккупации полтора месяца. 他当时在村子里吗？就是。Я была все время здесь, когда началась война, я была на работе в зоне отчуждения. Так как я работаю в Чернобыльской зоне отчуждения. 24 февраля утром мне позвонили и сказали, что началась война.Это было 4 утра. Мы уже услышали вертолеты в 5 утра и поняли, что они таки пошли. И тогда уже целый месяц у нас как село это был как ихний тыл. Здесь техника стояла также в селе.
И мы каждый вечер слышали вот эти вот взрывы. У нас первый бой был 25 февраля. Первый бой здесь на окружной, где и снаряды были, и танки, все просто. Первый бой. Осколочные части были во дворах, вот здесь, в окраине села. Танки ходили через забор, дома. Они ходили по деревне. Нам сказали покидать территорию, эвакуироваться. Но так как здесь были мои родители, я приняла решение, что я остаюсь сюда здесь. Приехать, да? У меня есть также маленький сын, ему 5 лет. Они все заглушили. У нас не было ни света, ни газа, ни воды, ни связи, ничего. Ничего. Мы полтора месяца жили в подвале, и тогда было минус 17, мороз. У нас дети и женщины были в подвале. Все жили там. А на лодке наши жили в этом месте? Тогда, когда зашли, вот эта вот вся дорога, которой мы едем, это были их позиции. В лесу, на дорогах, но также они в селах брали дома, где жили люди, либо не жили люди. Просто заходили, грабили, выносили все, что можно, ломали. Видела, когда искали связь, чтобы позвонить родным. Кушать, алкоголь, сигареты. Просили, чтобы сдавались, чтобы на Россию работали, потому что они пришли освобождать нас. Но там же там тина очень замечательно, что и бан там же самофайн. А что вы им ответили, когда они это самое питают вас? Мы ответили, что мы дома, это наш дом, это наша родина. И нам не надо ни другой страны, ни другого правительства. Нам не нужно ничего, только лишь бы нас оставили, так как было. Вот это были их позиции, когда они стояли. От кого они освобождали? Вот это очень хороший вопрос. Когда мы задавали вот этот вопрос, от кого же вы нас освобождаете? Они говорят, что вас же здесь плохо, вы плохо живете. Здесь же убивают, здесь же нету жизни. Но когда они увидели у нас в деревне, что в каждом доме есть правильная стиральная машина, микроволновки, компьютера. Они говорили, кто позволил вам так жить в деревне. Паспорта подготовить, да? Мой. Всех. Хай, чжэнгдзян. Я чин на гэ чэмэн чэрновэлі дэ чжэнгдзян. Це я сяшэ кэнтра ма? Чэ кэнэ джэ джэнчэ... 这就是他们切尔诺贝利的那个切尔诺贝利的门口是吗？ Сейчас вам должны были прислать электронные билеты. А, есть? Вот единственное, что мы просим, это чтобы одежда максимально защищала наше тело. Вот когда это лето, мы даже рекомендуем это, чтобы была кепка, потому что на волосы также может осесть. Мы рекомендуем, чтобы руки были закрыты. В Чернобыле были люди. Было 200 человек рабочего персонала, которые не успели просто эвакуироваться. Также были самоселы, бабушки, дедушки, около 60 человек. Поэтому там были люди. 那当时这核电站本身需要维护嘛，那工作对不对？那俄军来了以后，他们这个工作还在让他们继续做吗？ Пока был свет, этим занимались мы, украинцы. Украинцы. Когда пропал свет, Белоруссия дала линию, чтобы питать станции. Слева вот это у нас больница была наша, она есть. Здесь также были русские. Сейчас опять КПП, паспорта и билеты. Я дал его день, пожалуйста. Прямо. Смотрите, прямо вон он. 现在你看到了吗？对，一个很大的一个。
一个建筑物。嗯。大家顺着我镜头看啊，前面那个钢罩子就是切尔诺贝利核电站出事的四号机组，一个巨大的钢罩子，这应该是切尔诺贝利核电站最核心的区域了。当时呢，整个这个区域都被俄军占领了，俄军就在这附近驻扎，然后呢，乌克兰的一些工作人员在这里头呢，每天还在维护着机组的正常运转。俄军在整个这区域里头呢，一共待了四五十天的时间，在四月初的时候才撤离。在整个这个区域的范围内，由于存在着乌军和俄军的这样一种摩擦或者是战斗行为呢，就导致了整个切尔诺贝利核电站啊的安危受到了全世界的关注。我们也是因为这个原因，特地到这个区域里头来调查当时俄军在这里究竟做了什么。这边呢，大家看就是那个停产的第五号机组。当年切尔诺贝利核电站发生事故的时候，这第五号机组正在建。后来切尔诺贝利核电站出事以后呢，这第五号机组呢也停建了，所以直到现在还是一副一个建筑工地的状态。You too will be have radiation today because you stay in danger territory and everywhere here we have a hot spots, we have a concentration of radiation until nowadays. And if talk about red forest danger territory where they had been about their trench, we have everywhere radiation.It's a stupid situation because they cannot understand that if will be explosion, it can be danger not just for our country, for them also. Yeah, for Russia for, and Belarus too. Yeah. And also, if talk about this is people who had been in the forest when they did this trench, their positions. They must understand that they can come back to home with the radiation.Yeah. It will be problem for their family. Yeah. It will be problem also for the people who stay closer to them. Mm. But they cannot understand. Единственное, когда мы будем на станции, запрещается либо что снимать, фотографировать. Вам скажут, где можно, покажут.Очень много и техники. Ага, даже техники подобрали. И техники, да. Вам на станции расскажут, что очень много они вывезли. Очень много. Они забирали все, что можно было унести. Ага. 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 Ага.这屋里翻的是乱七八糟的。Это то, что оставили русские. Вот моего коллегу, который сейчас же работает в зоне, и он не выезжал оттуда. Его ложили на землю, это спины автоматы. Куда идешь, кто такой? Проверяли телефоны, проверяли, что в карманах. Предупреждение было. Если кто-то бежит, стреляет. Вот в таких условиях они жили так же, без света, без воды.Без ничего. Же, 俄军当时占领这个地方的时候，他在不在现场？Во время оккупации я находился в городе Славутич.Все мне могу рассказать, я здесь не был. Российская Федерация осуществила акт ядерной агрессии, террористический акт. Впервые в истории человечества произошел такой террористический акт. В результате боевых действий была повреждена линия питания Чернобыльской станции, которая вот здесь находится.Или которые обеспечивали питание систем охлаждения ядерного топлива в том числе, имеют ограниченный ресурс. Нарушение нормального режима работы. Но существует предел по времени, рассчитанный нами, в течение которого
это можно останавливать. Мы, то есть, и этот предел не был достигнут, но риски при этом, конечно, увеличивались. Если бы электроснабжение не восстановили, могло бы это привести к повреждению топлива. Использование тяжелой техники, танков, привело к повреждению покрытия, был превышен контрольный уровень. Это было зафиксировано нашими дозиметристами. Они не меняли обувь, не меняли одежду, в одной и той же одежде ходили везде. Что привело к тому, что у нас здесь, в этом административном корпусе, тоже были превышены контрольные уровни. Конечно, предупреждали. Мы об этом постоянно говорили. Этот эпицентр крупнейшей техногенной катастрофы. Здесь необходимо соблюдение повышенных мер радиационной безопасности. Видите, в каком мы находимся? Весь персонал наш находится в специальной форме. У нас у всех дозиметры есть. Режим физической защиты обеспечится пропускным режимом. Они все это не соблюдали. За контроль радиационной обстановки на Хаяте втором, за контроль персонала, соблюдение правил РБ. То есть, по части радиационной безопасности на объекте. Было объявление начальника смены станции, что всему персоналу укрыться в убежище номер один на АБК-1. Я вместе с начальником смены ЦОЯТ, который отвечает за технологическое оборудование на объекте, мы вместе с ним остались вдвоем и с персоналом, который охраняет объект на Хаяте втором. Не застали. Мы видели колонны транспортные по камерам объекта. Заняли, скажем так, КПП второе, контрольный пропускной пункт. Да, да. Вооруженная охрана. Сначала были бойцы в форме черной. У нас через некоторое время еще пригнали один бронетранспортер и начали укреплять позиции по периметру. Заняли пульт физзащиты, то есть все камеры были под их контролем. И, насколько мне известно, как минимум один у них представитель химической и дозиметрической разведки. Нет, у нас был прерван технологический процесс, контролировали исключительно территорию охранного периметра. Риски, несомненно, были, потому что был прерван техпроцесс, разорван. Мы не успели закрыть топливо, то есть не совсем, скажем так, штатная ситуация оставлять на такой продолжительный период времени незавершенный процесс. То есть по передвижению, плюс они начали укрепляться, строить баррикады, таскать песок. А из-за того, что, скажем так, остановилось на полпути, то есть незавершен процесс, оставались риски. У нас было также ограничение.测一下这个距离，大概也就三五十米。大概整个切尔诺贝利核电站呢，这应该是最核心的区域。当时呢，俄军把这个整个区域都占领了。那么，一共占领了四十多天，在这四十多天的时间里头，这个核电站呢还在正常的维护工作。
1970，这个呢是切尔诺贝利核电站的一个标志性的地点，背后呢就是整个切尔诺贝利核电站工人他们的员工啊生活的宿舍区。这个桥叫死亡桥，嗯，有一个电影拍的，嗯，就切尔诺贝利的死亡桥，就指的是这个。但是拍摄不是在这儿拍的，是在立陶宛拍的，因为他们不敢在这儿拍，对，是吧？设了一个假景，在立陶宛拍的，这个桥就是死亡桥。咱们现在脚下所待这块地方，嗯，是相当危险的，嗯，为什么呢？核废料，你们把镜头转一下，嗯，照这几个黄色的牌子，嗯，核废料当时被这个辐射过的，嗯，都埋在这片土地里面，啊，就埋在这下面，对，有这个标志的，就是埋废料的，包括那些树林里，包括那边，嗯，这应该就是说事故影响最严重的地区了，对，这个地方是吧？对，嗯，那边也有，你看，对，那是吧？走，夜景，走，出发去那个镇上。Это первый город, который был эвакуирован сразу после взрыва на следующий день. Здесь большая. Это западный след, когда был взрыв, на Белоруссию шла радиация, шла сюда. Поэтому эвакуировали сразу этот город, потому что это большая зона, где была загрязнена радиация. Это проспект Ленина.这条街就叫列宁大街，这两边道的两边都是住宅。嗯，这当年是住宅啊，住宅。对，哇，现在已经变成丛林了。这个树啊，都把这些房子给包围起来了，以至于你都看不清楚。就现在我们其实是走在城市里，是吧？有树，有。哦，那楼我看见了。就现在，其实我们这车是在城市里开着的。对，现在是在城市里行进。嗯。А вот эта маленькая пристройка, это был магазин «Радуга». А 1 мая должны были открыть свадебный салон здесь. Вот если мы повернемся прямо от нас, это был дворец культуры «Энергетик». Здесь был и бассейн, здесь был и театр, здесь был и арт-комната искусств, здесь была дискотека, все было. Следующее я хочу показать парк развлечений с колесом обозрения. Тот, который должен был открыться 1 мая. Он так и не открылся. Понимать, тогда мы будем выходить с машины. Нужно осторожнее. 你们在这里排出来避雷过，排出来过吗？Да. Я была с группой, когда при нас сняли 17 растяжек. 17. Мы были на позиции русских первые, когда нашли снаряды от ракет, когда находили мины. По нашей информации, первые дни, когда мы начали водить туры, подорвалась на минопожарнике трое человек.千万不要下到那个地里。
направо, пройдете туда. А где их? Это тоже вот Гагюн Дада, территория? Да, территория? Вот, справа. О, на это же Гагюн Дада, да? Это они построили. Это русские. О. Также... На это Пангда, да? Пангда, да. Это же, да? Это русские. Это русские. Это русские. Это русские. Просто не видно, потому что очень заросло. Там же все Гагюн Дада живут здесь, да? Частично. А,当然. Это главная колонна двигалась на Киев, а часть их была здесь. Это самая опасная точка. Это самая опасная точка. Это самая опасная точка. Это западный след. Это когда был взрыв, большое облако радиации шло этой стороной. Также здесь осадки вот этих радиоактивных, поэтому мы говорим, что они были здесь две недели. Жили, кушали, спали, они облучались. Потому что здесь максимум, что мы можем находиться с вами, чтобы нормально было для нас, это не более часа. Они были две недели. Вот это хороший вопрос. Потому что мы нашли на этом месте карты ДОС облучения, но они были пустые. Судя с этого всего, они, наверное, не знали. 那你们有没有提醒过他们说这个地方其实辐射量非常高，不应该在这个地方安营扎寨？ Никого не пускали сюда. Наши даже не знали, что здесь их позиции. Я думаю, даже если бы мы им сообщили, они бы нас не услышали. 为什么？ Почему бы не услышали? Мы же для их как противники. А учительница? Да. Поездила два дня, и мне предложили на постоянно работать здесь. Я приняла решение, что здесь будет лучше, так как дядя у меня ликвидатор, папа здесь работал и работает до сих пор. У меня военная семья. У меня брат до сих пор воюет. Донецк, Луганск. Конечно, я волнуюсь, потому что не знаем, как он, жив ли он вообще. Он выходит на связь очень редко. И понимание вообще, что мы можем его не увидеть, это очень тяжело. Мы пытались его отговорить еще в 2014 году, когда его нашли в госпитале. Но он сказал, что это моя жизнь. Как я могу здесь лежать, когда мои ребята умирают? Он живет этим. Ты очень великолепен. Мы также говорим, но он говорит, мне не нужны ордена. Мне нужна спокойная жизнь, чтобы дети жили спокойно, чтобы никто не умирал. Спокойно говорить об этом я не могу. Просто постоянно один и тот же вопрос. Почему? Почему? Я не могу понять, для чего убивать.